Я вижу Рамбоза. Это программа «Коррупция». У нас сегодня в гостях опять Саша Ключ. Саша, расскажи, как к тебе приезжал пастор, и ты ходил на его грайндкоровый концерт? Был у нас фестиваль в церкви. Я должен сказать, что я хожу в церковь. Церковь Иисуса Христа. Не православная церковь, протестантская. И к нам приезжал Серега Латышев. Он бывший неформал, он уверовал. И, короче, а играть не бросил. Вот такой кожаный плащ, дреды вот такие. И, короче, как там дал грайндкор в церкви. И все такие, и все такие ликуют, блин, славят Бога. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Моя девушка.